Серах, глава 13. Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Не поднимай тяжести свыше твоей силы, и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя. Какое общение у горшка с котлом? Это толкнет его, и он разобьется. Богач обидел, и сам же грозит. Бедняк обижен, и сам же упрашивает. Если ты выгоден для него, он употребит тебя. Если обеднеешь, он оставит тебя. Если ты достаточен, он будет жить с тобой и истощить тебя, а сам не поболезнует. Возымел он в тебе нужду, будет льстить тебя, будет улыбаться тебе, обнадеживать тебя, ласко будет говорить с тобой и скажет, не нужно ли тебе чего? Своими угощениями он будет пристыжать тебя, да коли два или три раза ограбив тебя, не насмеется наконец над тобою. После того он, увидев тебя, уклонится от тебя и будет кивать головой при встрече с тобою. Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым и не быть униженным в твоем веселье. Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя. Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе». Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, и не верь слишком многим словам его, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя. Не милости к себе, кто не удерживает себя в словах своих, и он не убережет себя от оскорбления и от уз. Будь осторожен и весьма внимателен, ибо ты ходишь с падением твоим. Услышав это во сне твоем, не засыпай. Во всю жизнь люби Господа, и взывай к нему о спасении твоем. Всякое животное любит подобное себе, и всякий человек ближнего своего. Всякая плоть соединяется по роду своему, и человек прилепляется к подобному себе. Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым. Какой мир у гиены с собакой, и какой мир у богатого с бедным. Ловля у львов дикие ослы в пустыне, так пастбище богатых бедное. «Отвратительный для гордого смирения. Так отвратительный для богатого бедный. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями, и когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников. Сказал нелепость, и оправдали его. Подвергся несчастью бедняк, и еще бронят его. Сказал разумно, и его не слушают». Заговорил богатый, все замолчали и превознесли речь его до облаков. Заговорил бедный и говорят, это кто такой? Если он споткнется, то совсем не извергнут его. Хорошо богатство, в котором нет греха, и зла бедность в устах нечестивого. Сердце человека изменяет лицо его или на хорошее, или на худое. Признак человека в счастье лицо веселое, а изобретение притчи соединено с напряженным размышлением.